Сегодня я расскажу, как работать с малыми диаметрами, чтобы не было лишних изгибов и заломов на пруте. Во-первых, очень важно, чтобы прут был хорошо подготовлен к плетению. Хранится он у меня в полиэтилене. Видео о том, как правильно подготовить прут, будет выше. Для начала мы его наматываем. Если диаметр прута маленький, то можно наматывать с комля. Если слишком толстый прут, лучше начинать с вершинки. Держим напряжение в пруте, он натянут, и под напряжением его накручиваем на бутылку. Очень важно, что при накручивании прут размягчится, и ему будет проще принимать форму кольца. Также при накручивании на простую стеклянную бутылку вы можете услышать, в какой момент прут хрустнул и в каком месте, чтобы вовремя его заменить или учитывать этот излом. Мы сегодня плетем ловец снов, поэтому делаем диаметр 10 сантиметров и начинаем плетение с простого узла. Прут укладываем петелькой, чтобы не было изгибов. И если вдруг в нем есть какое-то слабое место, то в петле оно даст о себе знать. Но при этом произвольного при правильном пруте излома здесь быть не должно. Обеими руками контролируем плетение, и обе руки следят, как прут должен лечь. Если ему дать ложиться так, как ему вздумается, то плетение будет неплотным, и точно так же пойдут изломы. А мы стараемся их избежать. В этом пруте нет изъянов, но мы их сейчас сделаем, чтобы показать, как выходить из ситуации. Для начала мы смотрим, где он оказывается в рисунке. Если он выходит у нас на внутреннюю сторону или вниз плетения, то тогда он нам не мешает, мы просто очень аккуратно, с учетом этого залома, направляя его чуть внутрь, укладываем прут дальше. Если у нас этот угол ложится по рисунку плетения на внешнюю сторону, нам надо поправить само плетение. Если нам длина прута позволяет, то мы можем просто подтянуть за нижний кончик и уложить прут именно так, чтобы этот залом лежал внутри. Просто мы передвинули кольцо и продолжаем плести. Залом точно так же у нас спрятан. Вот мы доплели прутик до конца. И теперь обрезка. Вот таким секатором, переточенным, видео будет выше, будем подрезать. Подрезаем мы с упором на стойки и на плетение. Если мы начнем подрезку с этой стороны, то мы будем резать здесь. Но прут убежит. Нам это не надо, поэтому мы его вплели. Обрезаем мы с упором на плетение под косым углом, чтобы не было никаких заусенцев. Также поступаем с комлем, здесь будет нагляднее видно угол обрезки. Срезали, и получается у нас вот такой косой срез, который не должен дать никаких заусенцев и будет лежать хорошо. Вот мы выплели кольцо без заломов. Вот что я сплела до этого. Плетите, и желаю вам, чтобы не было изломов.